Торжественно отмечать День призывника два раза в году уже давно вошло в добрую традицию. Чествовать будущих защитников Отечества на мемориал Аллеи Героев собрались представители власти, духовенства, ветеранских организаций. Военный комиссар республики Арсен Тимиров отметил, что призывники из Карачаево-Черкесии всегда являлись примером прохождения воинской службы, мужества и чести. Надо сказать о том, что сегодня силы зла действительно поднимают опять свою голову. Поднимает свой хвост. А для того, чтобы ни одна сволочь, так называемая, подняла свой хвост, нам нужен добрый, сильный, мужественный солдат. Заместитель руководителя администрации главы и правительства республики Надежда Пивоварова пожелала молодым людям стать достойными продолжателями славных традиций российской армии. А впечатления о Карачаево-Черкесии и о себе оставлять только положительные. Служба в армии – это самый священный долг, который должен быть исполнен. Призывник – это звучит надежно, гордо, ответственно. Это базовое звено страны. Призывник не просто юноша. Призывник – герой, защитник. На него надеются матери, его ждут любимые. Им гордится страна. Вячеслав Нетутыхата получил повестку на 13 мая, но молодой человек еще не знает, в каком роде войск и где будет служить. Но Вячеслав уверен, что звание защитника своего отечества и солдата российской армии звучит гордо. Для меня не важно, куда меня отправят. Главное, мне отслужить, отдать долг своей родине, защитить родину. Новобранцы в армии приобретут новых друзей, а дни срочной воинской службы запомнятся на всю жизнь. Завершилось мероприятие возложением венков к могиле павших героев. Ахмат Халкечев, Алибек Иширов, Вести Карачаево-Черкесия.